Украина вновь не платит за российский газ. Долг за 2013 год в размере 2,7 миллиардов долларов так и не был погашен. Между тем, в январе «Газпром» осуществил новые поставки газа уже по новым низким ценам. Оплата за январский газ должна произойти не позднее 7 февраля 2014 года. Однако у компании есть основания сомневаться в платежеспособности Украины. В итоге долг Украины перед «Газпромом» на сегодняшний день составляет более 3 миллиардов долларов. В сложившейся ситуации компания думает о том, чтобы перевести Украину на предоплату. Мера довольно неплохая, справедливая, но в условиях нестабильности и экономического кризиса для Украины может быть губительной. Страна не платит за газ в сроки и с трудом оплачивает поставки по истечению отсрочки платежей. Таким образом, переход на предоплату будет означать, что Украина не сможет вовремя закупать необходимые объемы газа и поставлять их населению. Думаю, это понимают и в «Газпроме». На мой взгляд, разговоры о переходе на предоплату носят исключительно воспитательный характер. Компания всеми силами пытается добиться хотя бы частичной оплаты долга. Думаю, как только это произойдет, разговоры о предоплате прекратятся.